Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Ну что ж, всем снова привет, с вами опять же я, как всегда, и мы, наверное, продолжаем. Тут новые наемники, новые плюшки, короче, турелька доступна для исследовательского проекта. Короче, сейчас все посмотрим. Тони Вермиллион, в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Твои приятели Мёбиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. И то верно. Так, здесь ничего новенького не появилось. Окей, давайте в лабораторию перейдем. Командир! Артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит «проектах»? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно?
Итак, давайте посмотрим, что у нас за образцы, артефакт, пообщаемся со всеми и всями. Журнал Стэтмана. Запись 2133. 10.07.2504 год. Рейдеры Рейнера нашли некий протосский кристалл. На время хранения я поместил кристалл в соляной раствор. За последние 12 часов его плотность повысилась на 553%. Откуда он черпает энергию и сырье? У меня есть страшное предположение, что он каким-то образом подключается к нашему кораблю. Если об этом опознает Свон, он немедля выкинет кристалл в мусорный шлюз. Мне просто нужно быть осторожнее. При первом же подтверждении того, что эта штука может повредить Гиперион, я лично уничтожу ее. Журнал Стэтмана, запись 2139. Образец ткани зерга продолжает расти. Добавил в раствор протеины. Возможно, это была ошибка. В ДНК образца найдены гены всех известных типов зергов. Некоторые фрагменты вообще не поддаются распознанию. Для того, чтобы составить генетическую карту, потребуется некоторое время, но я уже получаю данные из клетки Ультралиска. Что также обнаружил клетку ползучего споровика, в которой записаны их инстинктивные механизмы распознавания угрозы. И вот здесь вот у нас была бы, или есть, да, есть возможность укрепить бункер, что даже Ультралиск его не пробьет, либо поставить на него туретки. Я, наверное... Ну, я бы поставил на самом деле укрепленный бункер, потому что там жопа потом будет, как много народу на него нападать, но... Пусть будет туретки. Мне просто лень иногда запихивать пехоту, а так бункеры поставил, и, пожалуйста, вот тебе хоть какая-никакая защита. Эта женщина-зерк разговаривала так, будто вы с ней давно знакомы. Похоже, что встреча взволновала вас. Нас с ней многое связывает. Когда-то она была призраком. Потом мы объединились с Менгском и вместе помогали свергнуть конфедерацию. Мы были хорошей командой. Что с ней случилось? Она стала жертвой войны. Не хочу вас обидеть, док, но я не люблю вспоминать об этом. Понимаю. Но если захотите поговорить, я всегда готова выслушать. Окей. Последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральны. И к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяньи мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док. Ну да, логично. Больше на данный момент здесь посмотреть ничего нельзя, но надеюсь, что впоследствии сможем что-нибудь узнать. Итак, появились новые ребята, мародеры. Мародер. Бронированный скафандр 5-4. Скафандр мародера был создан на основе костюма огнеметчика МПК-660. По характеру мародера не имеют с огнеметом ничего общего. 47% из них ни разу не привлекались к уголовной ответственности. И только 23 отбывали срок за убийство. Система автоматической подачи гранат интегрирована в костюм мародера, обеспечивает быструю сборку и подачу гранатомет сотен типовых гранат «Каратель». Вот такие интересные штуки. Должен сказать, шеф, увести артефакт из-под носа и у зергов, и у протосов — это высший пилотаж. Сам знаю. Ладно. Что нам надо? Так, затраты энергии на лечение снижаются на 33, медики лично 20. Вот это очень нужная штука, мы ее просто покупаем, вне зависимости от того, там, как бы, чё кого, да, то есть она очень-очень нужная. А впоследствии надо будет купить, наверное, замедление, либо усиление наших мародеров, потому что огнеметчиками я пользуюсь очень редко, на всякий случай я просто для миссии
Хотел бы укрепить их, конечно, для армии, но думаю, пока так хватит. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет? Вы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Хм. Ну да, тоже как вариант. Так, Майнхоф или Редстоун 3? Я думаю, Майнхоф. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Ночная схватка, насколько я помню. Что тут у вас, док? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здание подвержено заражению. Знакомая история. Это вирус зергов. Вылечить его нельзя. Можно только выжечь. Все зараженные здания придется уничтожить. Но куда же делись все люди? О нет, эти существа зараженные беженцы? Это хуже любого кошмара. Да, совсем нехорошо. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть, вирус сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Не волнуйтесь, док. Мы остановим эпидемию. Что стряслось? Так. Давайте, что, ребятки, происходит? Добывайте. Пока вот так вот, и я думаю, где-нибудь из них в одном мы запилим медика. Так, пока есть отряды. Давно бы так. Давайте быстро. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Смотрю, ты запал на эту докторшу, Джимми. Иначе на кой нам сдались эти чертовы фермеры? Это что-то вроде гнезда? Нужно уничтожить его. Закат через 30 секунд. Так, не зря мы прокачали наши бункеры. На твой счет. Еду. Давай, удиви меня. Конечно. Хотя бы два здания уничтожили, и то ладно. Так. Чего пугаешь? Ребята довольно быстро справятся. Отдавим их интеллектом. Здесь пока есть кому надо убивать. Продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. Основная волна у нас будет идти сверху. Недостаточно минералов. Приказы будут? Я готова. Давай, удиви меня. Из огня да в пол. Кого спалить? Я думаю, вот так солить поставим нашего друга. Остальных, в принципе, можно оставить как есть. Кому навешать? Давай, удиви меня. Убейте меня, умоляю. Зря медика, конечно, убил. Ну и ничего. Из огня да в полымя. Кого? Давай, удиви меня, я уже зацарил. Я опасен. Есть там еще парочка? Кому навешать? Отлично. Давно бы, давай, удиви меня. Я уже заждался. Как самочувствие? Где болит? Садим, ребята, вызывали? Внутрь. Я готова. Где медики, тут раненые? Надеюсь, немножко с этим помогут. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. СМ готов.
принципе, здесь ребята довольно неплохо справляются. На самом деле, надо на двоечку бы. Вот на пятерочку. Чтобы Кристина подстраивалась. Недостаточно минералов. База атакована. Требуется... Утка под каналем! Это за... База атакована. Так. Вооружён и опасен! Мы с интеллектом! Эй, вояка! Я наладил производство гелионов, которых ты видел на Марсаре. Начинай строить, они тебе пригодятся. Ура! Сверхурочные! Мы обязательно построим. Тем более, что ночь скоро закончится. Утка подгорает! Залив. Чувак, а давай ты не будешь выходить. База. Светает. Держитесь, осталось недолго. Прям настолько, по крайней мере, нагло. Кого подлатать? Так я думаю, ты можешь построить еще. Что стряслось? А? И ты можешь Чего? Построить еще. Проснитесь и пойте. Теперь наша очередь задать им жару. Раз, дороги! Так, надо построить здесь бункер. Недостаточно минералов. Все-таки. Не хватило нам здесь немножко ребят. Давайте загонять. Недостаточно минералов. Я уже заждался. Хотя бы вот эту часть мы вынесем, я надеюсь. Утка подгорает! Вы втроем внутрь. Точнее, вдвоем в данном случае. Есть. Приказы будут? Поставим нас сюда. Так, а здесь нам нужны будут... Ну, наверное, все-таки огнеметчики. Давай, удиви меня! Прочь с дороги! Что за спешка? Можно, конечно, выйти на вторую базу, вот эту дополнительную, но, в принципе, чтобы продержаться ночи все и даже выполнить доп. Задание, все равно хватит нам того, что у нас уже есть в данный момент. Кому навешать? Не думаю, что будут какие-то проблемы. Давно бы так! Превосход! Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Приказ получен! Так. Подвигаемся мы вот в эту сторону. Точняк! Круто! Самое большое здание сначала разрушим. Оно, как правило, порождает больше всего народу. Недостаточно виспена. Заставим их интеллектом! Вас понял! Коли виспена недостаточно, значит будем уничтожать... Все, Маргина с ними пока что и... Закат через 30 секунд. Клепать в основном Маринас. Так, в этом поселении чисто. Молодцы. Идем дальше. Так, здесь мы поставим еще вот эту штучку. Вооружен и опасен. Кому навешать? Так, вы сюда. Брось дороги! Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Приказы будут. Залив. Небо сюда. Сканеры обнаружили необычный вид зерга. Похоже, днем это существо прячется под землей, а ночью выходит на поверхность. Сэр, если вы убьете одно из этих существ, Стэтман сможет изучить его и узнать что-нибудь новое. Окей. Что происходит? База. Ты можешь здесь убить. Вооружен и опасен. И вот здесь вот. Давай, вполне себе.
По идее, такая защита будет нормальной. Так, теперь мне надо в срочном порядке добывать виспенчик. И, наверное, даже подстроить еще одну. ТСМ готов. Брать с дороги! Ну да, конечно. Зараженные морпехи? Нет, да, что ты, бывает. Джимми? Я совершенно спокоен. По тебе и незаметно. Чего пугать? Так, на всякий случай. Виспена. Построим здесь туретку. База атакована. Есть. Впилим ее на всякий случай атакована. И тут. Да, конечно. И вот здесь. Есть. И вот тут. И потом вернем чувачелу обратно. Здесь очень удобно, они теперь идут только вот снизу отсюда, получается, в основном. То есть вот эта вот армия навряд ли на нас пойдет. Не, она пойдет, но такое. База атакована. Вот видите, они продвигаются, продвигаются, потом идут большим скопом. Приказы будут. Так. Выкладывай. Все, можно наконец-то улучшить. Недостаточно виспена. ТСМ готов. Наших друзей сюда. Отбой, места мало. Есть. База атакована. ТСМ готов. Требуется дополнительное хранилище. Думаю, так будет нормально. Пока здесь все более-менее нормально тоже. Требуется дополнительное хранилище. Ночь сейчас закончится. Рассвет через 30 секунд. Атакована. База атакована. Вот мы видим то, что рассвет сейчас уже идет. Наш дружочек не успевает особо их чинить, правда, но... Ладно, разберемся. Постарайтесь вернуться на базу до наступления темноты. Угу. Наступил день. Сейчас заходим на базу. Начинаем здесь все разрушать. О, зараженные беженцы. Я уже заждался. Бар. Точняк. Понятно. Кто на новенького? Вниз мы пойдем в последнюю ночь. Недостаточно минералов. А пока что улучшение стреляемся завершено. Вот здесь. Вооружён. Оп, все, Марина у нас супер круты теперь стреляет. Мама, не горюй. Приказы будут? Давай, удиви меня. Пошло, поехало. Так. Точнее. Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Конечно, отлично поработали. Столько тут, блин. Фигня страдать. Все понятно. Давай, удиви меня. Так точно, сэр. Еще бы. Давайте, ребятки, давайте, давайте. Отлично, парни. Поселение зачищено. Выполняю. Полностью весь верх зачистили. Здесь вооружен и опасен. Будет сделано. Давно бы так. Окей. Так. Вас понял. Все понятно. Честно, сколько сможем, зайдем, а дальше уже будем... Брать! По мере продвижения.
Закат через 30 секунд. Пошло-поехало. Выполняю! Давай, удиви меня! Все, отходим на базу. А, здесь, что, внизу, а? Строим еще 2 или 3 бункера, потому что... Как скажешь. Улучшение даже 3 можно построить. Завершено. Смотрите в оба. Скоро они полезут со всех сторон. Понял. Жалко, не получится. Задавим их интеллектом. Ты готов? И это все? Что скажешь, Бо? Больше действия! Так. Отбой, места мало. Здесь мы вот этих ребят пошло, поставим. Поехало. Только свистни. Давай, удиви меня. И вот этих ребят сюда. База атакована. И вот этих ребят сюда. И просто простоять ночь надо будет. Вас понял. А вот вы, мы должны, но вы пойдете сейчас вниз. База атакована. Так. Что происходит? Я понимаю, что вы не можете выйти или что? Вы просто... А! Так, давайте высадим куда-нибудь Марину. База атакована. Ты высаживаешься принципиально сюда. Что стряслось? Всех, все, ладно, нормально. Как скажешь. Давай, удиви меня. Замечательно. Все, стоим, отдыхаем более-менее. Нет, ни хрена не отдыхаем, у нас сейчас снесут бункер. А, фак, его все-таки снесли. Кого поджарить? База атакована. Я готова. Давай, удиви меня. Ждам. Так, у нас снизу все идет. Поэтому давайте на низ и пустим наших друзей, товарищей. Бункеры мне все вынесли. Нифига не круто. Кого поджарить? Как самочувствие? База атакована. Так, ну ладно, вроде пока более или менее что-то мы тут проделываем. Еще они прорвались через южные баррикады. Выслать туда отряд, быстро! Кажется, я все это уже видел в каком-то фильме. Что это за существо? Оно раньше было человеком? Рассвет через 30 секунд. Ну, не через 30. Через 15. Отлично, сэр. Давно бы так. И наступил день. О, да, черт бы меня побрал. Теперь наша очередь убивать. Да, теперь наша действительно очередь убивать. Я думаю, вот так вот будет достаточно на первое время. И плюс подстроить еще пару ребят, пару таких есть ребят. Займемся восстановлением. Денег, благо, у нас скоро не клюют. Понял. Доктора вызывали? Эй! Так. Чего пугаешь? Сейчас мне будет больно. Огоньку. Кому навешать? Доктора вызывали? Превосходно! Утка подгорает! Точняк! Ну как бы ребята в любом случае будут переть куда-нибудь. Огоньку. Ну, какая разница, куда? Что не дождусь? Доктора вызывали? Мы теперь хотя бы сможем быстрее все это дело убивать. Так, здесь отбой, мы... Отбой! Места мало! Отлично, парни. Поселение зачищено. Отдавим их интеллектом! Строим я только то, что нам нужно. Приказы будут. Давай, удиви меня.
почему бы и нет? Давно бы так. Зачистка поселений. Как скажешь. Джим, в этом поселении больше нет зараженных зданий. Сейчас рванет. Так, вы сюда. А? Водишь ты. Вот ты будешь как раз тут сидеть чинить. Выкладывай. Так, ладно. Ну да, конечно. Что стрясло? Ну что, так на всякий случай сделать. Если что. Пошло-поехало. Мы теряем время. Задавим их. Кому навешать? Так. Кто на ноги? Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. За твой счет. Здесь нельзя строить. Так. Поселение очищено. Двигаемся дальше. Закат через 30 секунд. Давай, дополнительные хранилища. Понеслась! Так, быстренько добиваем и тут же уходим. Отлично! Все, бежим нам домой. Смотрите в оба, скоро они полезут со всех сторон. Кого подлатать? Огоньку. Угу. Угу. Здесь нельзя строить. Говори. С пылу. Мы теряем время. Так, с пылу жару, кого поджарить? Что происходит? А? Чего пугаешь? База атакована. Есть работенка. Чего так. Пугать? Я уже заждался. Вооружен и опасен. Кому навешать? Что за спешка? Я думаю, надо в ночной рейд выходить. База атакована. Конечно! Будет сделано! На. Высылайте подмогу! Оп, не доконтролил. Кого подлатать? Проблемка. Давай, удиви меня. Есть работенка. Здесь нельзя строить. Высылайте подмогу. Почему бы... Все понятно. Так, выходим в ночной рейд. Так точно. А? База атакована. А? Что происходит? Ребята, чините. А! Чего пугаешь? Заставим их интеллектом. База атакована. База атакована. Так, надо срочно что-то делать. Чего пугаешь? Высылайте подмогу! Возвращаем наш отряд. Кто на новенького? Вас понял. Приказы будут? База атакована. Утка подгорает! Оу, а ты-то здоровяк откуда здесь взялся? Че сверху, кстати, прорвали. Ну ладно. Наши КСМ атакованы. База атакована. Сдался. Высылайте мешки для трупов. А вот это, кстати, обидненько. КСМов надо было отводить. Прочь с дороги! Ищите зараженные участки и зачищайте их. Все понятно. Ну все, ребята, вам кранты. Да. Так, надо починить. Чини. Бегом, марш!
И ты чини. Что происходит? Только вроде восстановился. Опять все в жопе. Ладно, сам виноват. За делом? Эй, готов. Да. Будет сделано. Огоньку. Эй. Ну, как-нибудь вот так вот, чисто, чтобы они просто долго проходили сюда. Еду. Как скажешь. Утка подгорает. Так, ну и последняя ночь будет, собственно, сейчас. Еще бы. ТСМ готов. Брать с дороги. Оставим вот так вот одно строение. Отлично! Кому вооружен и опасен? Будем знать, где оно. Режим готов. Понятно! Так, потихонечку давай, продвигаемся дальше. Окей. Почему бы и нет? Так. Быстренько надо все это зачистить. Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Ладно. Еще бы. Ей-ей-ей, было больно, так сказать. Так точно! Закат через 30 секунд. Конечно! Бегу, Мор! Максимально выполняю. Здесь все убиваем. Еще бы! Так точно! Наступила ночь. Смотрите оба, скоро они полезут со всех сторон. А? Выкладывай. Так, будет сейчас больно. Будет сделано. Здесь нельзя строить. Ура! Я уже вооружен и опасен. Бегу! Требуются дополнительные хранилища. Так точно, сэр. Так. Кому навешать? Окей. Так точно. Доп задачу мы выполнили. Брось в дороге. Выполняю. Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Ночные вылазки, конечно, намного опаснее, но... Ты смотри, какие лютые. Может, все-таки пересидим ночь на базе? Вооружен и опасен. Месторождение. Так, огнеметчика, блин, жалко терять, но такое на самом деле. Ладно, нож 3 минуты идет. Кто на ночь? Высылайте подмогу! База атакована. Джимми, ты лезешь прямо в осиное гнездо. Кто на так. Новенького? Нужно срочно. Чинилки, чинилки, месторождение чинилки. Минералов выработано. Высылайте подмогу! База атакована. Высылайте мешки. Опа. Для трупов. Мешки для трупов готовы! Кого подлатать? Как только зайдем, сразу, ребят, база ставьте бункеры. Атакована. Давай, удиви меня, а? База атакована. Высылайте подмогу! Рекорд получ... База атакована. Проблем. Я уже готов. Все понятно.
Выполняю. Вас понял. Так. Месторождение. База атакована. Режим готов. Починят, я думаю, все нормально будет. Приказы будут? Я уже заждался. База. Ночь, тем не менее, кончается. Рассвет через 30 секунд. Месторождение минералов выработано. Я уже заждался. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль, гоуд. Вооружен и опасен. Да мы же за ночь положили добрую 1000 этих выродков. Их должно было остаться всего ничего. Приказы будут? Что происходит? Я уже заждался. Ну что ж, добиваем остатки. Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Заходим на последнюю базу. Почему бы и нет? Прочь с дороги! Десер! Так, стал строим всего 11. Давай, удиви меня! Будет сделано! Я думаю, за 2.5 минуты мы их угрохаем как нафиг. На новенького. Приказ получен. Понятно. Даже, наверное, знаете, давайте вот просто вот сюда вот пойдем. Точно, сэр. Почти все. Сканеры показывают незначительное количество биосигналов зергов. Я отмечу их расположение на карте. Да без проблем. Good. Джим, вы справились. Я знала, что вы нас не подведете. Теперь нужно найти убежище для моих людей. Это будет непросто, дорогая. Весь сектор кишит зергами. Должно же где-то быть место, не тронутое пришельцами. Райский уголок, готовый приютить нас. Сколько я, кстати, уничтожил строение ночью? Пережито ночей 5, строение уничтожено ночью 5. Надо было бы уничтожить 15, еще 10 строений, я в принципе выиграл бы. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, пока, удачи, надеюсь, вам понравилось.